Хэштег «Свободу Пушкареву на ярких воздушных шарах». 1 июня экс-глава Владивостока на своей страничке в социальной сети поздравил детей с их праздником. Уже 2 июня на 8 праздничных площадках города волонтеры вручали маленьким горожанам воздушные шары от имени Игоря Пушкарева. Парк культуры и отдыха имени Лазо, Центральная площадь, набережная Цесаревича, спортивная набережная, парк Кунгасный, площадки возле торговых центров. Праздничные мероприятия в честь Дня защиты детей проходили по всему Владивостоку. От огромных связок воздушных шаров у волонтеров в считанные минуты ничего не оставалось. Дети и даже их родители разбирали шарики с огромным удовольствием. Детские сады стали строиться. Ну мне он нравится как человек. Хороший был мэр, дороги были хорошие, все было нормально. 1 июня – двойная радость. Первый день лета и Международный день защиты детей. А если в нашем усонном Владивостоке в этот день еще и погода солнечная, совсем благодать, написал Игорь Пушкарев на своей странице в социальной сети. Также экс-глава Владивостока призвал всех родителей заботиться о детях и всегда быть рядом. Светлана Садовая, Станислав Лазебный. Новости на восьмом.